В арт-парке Таврида в Крыму появятся новые масштабные объекты. Их создают юные участники фестиваля. А на сцене балет, воздушные гимнасты, живое исполнение популярной музыки. Там прозвучали лучшие выступления участников форума «Россия – страна возможностей». С молодыми талантами пообщалась Яна Щербатая. В ярких красках и завораживающих арт-представлениях на Тавриде открывается первый мурал. Здесь все превращается в предметы искусства. Вместо полотна – склад. В этой работе изображены 5 образов, 5 характеров, которые держатся за руки и символизируют объединение. Для молодых талантов Таврида – это пространство, где можно творить в любое время, в любом месте и на любую тему. В этом году участники форума «Россия – страна возможностей» открывают 7 новых арт-объектов. Вот, например, один из них рассказывает о том, что такое счастье. И каждое открытие – отдельное представление. Здесь не перестают звучать концерты и показы мод. В этом году фестиваль талантливой молодежи кардинально изменил формат. Вместе с музыкантами, артистами и художниками люди не только творческих профессий. Лидеры России из клуба «Эльбрус» и даже школьники с родителями. Участники конкурса «Большая перемена». Особое внимание волонтерам. Самые активные добровольцы тоже на Тавриде. Те, кто помогал врачам работать в красных зонах. Все вместе участники говорят о творчестве, науке и образовании. И им всегда есть чему научиться друг у друга. Грандиозным концертом завершился форум «Россия – страна возможностей». А фестиваль Таврида Арт продолжается. До конца недели лекции, мастер-классы, концерты и кастинги. Но главное – вдохновение, за которым в Крым приезжает самая талантливая молодежь страны. Яна Щербатая, Андрей Терентьев, Никита Кальченко. Вести. Крым.